Мировые финансовые компании, крупные банки, фондовый рынок. Желающих работать здесь много, но мало где этому учат на международном уровне. Всего несколько вузов России владеют собственной финансовой лабораторией Bloomberg. В их числе Ивановский государственный химико-технологический университет. Крупнейшие биржи и самые удачливые инвесторы мира работают в терминале Bloomberg. Теперь такая возможность есть и у студентов кафедры финансов и кредита и ГХТУ. На этих мониторах все колебания и курсы мировой валюты, бюджеты стран и регионов. Эксперты Bloomberg предсказали важнейшие события мировой экономики и политики последних лет. От падения цен на нефть до нового президента США. Выпускник кафедры не просто получает сертификат. Ваше имя заносится в базу данных Bloomberg. Это дает преимущество при устройстве на престижную работу. Более подробную информацию об условиях обучения спрашивайте в приемной комиссии ИГХТУ.